Надо подъехать, что ли? Взять? Ну, так зачем тащить все? Взял подъехать. В программе третьего дня соревнований состоятся заплывы на дистанциях. 100 метров комплексное плавание юноши 2007 года рождения, 100 метров брас девушки юноши 2004-2006 годов рождения, 100 метров на спине девушки юноши 2004-2006 годов рождения. Доброе утро, уважаемые участники и болельщики. Мы начинаем третий день всероссийских соревнований по плаванию. На призы трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Виктор Ганжа. Стартер – судья всероссийской категории Владимир Мандров. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров комплексное плавание мальчики. Рекорд соревнований 1:15.87 принадлежит Евгению Шевлякову, установленный в 2015 году. На старте первый заплыв. Давай!
передают на груз, посмотрел, подсказывает. Егор Щитковский дисквалифицирован на отрезке от 25 до 50 метров. В точке 45 метров спортсмен использовал альтернативный способ плавания на спине. Остальные результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Уважаемые участники и болельщики, убедительная просьба освободить бортик бассейна. Вы мешаете судье. Алексей Касаткин дисквалифицирован сразу после старта. Альтернативная работа ног баттерфляя. Остальные результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Let's go.
Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Выходим из воды. Пятая дорожка. Доложи.
Дмитрий Аракчеев дисквалифицирован за нарушение правил старта. Ярослав Бережной дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров альтернативная работа ног баттерфляю. Остальные результаты на табло официальные. На старте шестой заплыв. Результаты на табло официальные. На старте седьмой заплыв.
Иван Передрей дисквалифицирован на отрезке 50 метров отсутствие касания бортика бассейна. Остальные результаты на табло официальные. На старте восьмой заплыв. Артем Пикалов, Евгений Федотов, дисквалифицированы на отрезке 50 метров отсутствие касания бортика бассейна. Сергей Каратенко дисквалифицирован после старта. Первое движение руками, альтернативное баттерфляю. Остальные результаты на табло официальные. На старте 9-й заплыв. Thank you.
Никита Стрельцов дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров альтернативная работа ног баттерфляя. Артем Попов дисквалифицирован. На отрезке от 50 до 75 метров альтернативная работа ног брасом. Остальные результаты на табло официальные. На старте 10-й заплыв. Никита Бурматнов дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров альтернативная работа ног баттерфляя. Остальные результаты на табло официальные. На старте 11-й заплыв. Чтоб были потеряны дети.
пятой дорожке. Мистер Овсянников дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров альтернативная работа ног баттерфляю. И на отрезке от 50 до 75 метров альтернативная работа ног брасу. Богдан Бондаренко дисквалифицирован. После старта альтернативная работа ног баттерфляю. Никита Курдин дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров альтернативная работа ног баттерфляю. Остальные результаты на табло официальные. На старте 12-й заплыв. Кайдин дисквалифицирован на отрезке 50 метров перед поворотом касания бортика на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте 13-й заплыв. Thank you.
Тимур Барагуль дисквалифицирован за нарушение правил старта. Никита Горбунов дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров отсутствие проноса рук над водой. Сергей Шмаков дисквалифицирован. После старта до отрезка 25 метров отсутствие проноса рук над водой. И нарушение смены способов плавания с баттерфляя на спину. Остальные результаты на табло официальные. На старте 14-й заплыв. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров брас девочки 2004 года рождения. Рекорд соревнований 1:15.04 принадлежит Дарье Лободе, установленной в 2015 году. На старте первый заплыв. Thank you.
Результаты на табло официальные. Софья Цокова установила новый рекорд соревнований 1:14:43. Остальные на старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Oh!
Дисквалифицирована после старта более одного разрешенного движения ногами дельфином. Остальные результаты на табло официальные. Начинаются заплывы. На дистанции 100 метров брас мальчики 2004 года рождения. Рекорд соревнований 1:10.98 принадлежит Роману Шевлякову, установленный в 2011 году. На старте первый заплыв. Малышев дисквалифицирован на протяжении всей дистанции. Альтернативная работа ног в разу. Остальные результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Хороший, небо ясное.
Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Ah!
Восьмая дорожка после старта гуляла. Артемий Титовец дисквалифицирован. После старта более одного разрешенного движения руками и ногами брасом под водой. Остальные результаты на табло официальные. На старте шестой заплыв. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров брас девочки 2005 года рождения. Рекорд соревнования 1:15.76 принадлежит Софье Соковой, установленной в 2016 году. На старте первый заплыв. Куда же вы жаль?
Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв.
Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Полина Переходного дисквалифицирована после старта более одного разрешенного удара ногами дельфином. Остальные результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров брас мальчики. Рекорд соревнований 1:17.36 принадлежит Роману Шевлякову, установленный в 2010 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв.
Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Давай.
плачет. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров брас девочки 2006 года рождения. Рекорд соревнований 1:20.98 принадлежит Мариан Бобровой, установленный в 2013 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Thank you.
Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Полина Постол дисквалифицирована после старта на выходе альтернативная работа рук брасу. Василиса Данилова дисквалифицирована после старта более одного разрешенного движения ногами потепляем. Остальные результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв.
Анастасия Кошкина дисквалифицирована. На протяжении всей дистанции альтернативная работа ног брасу. Остальные результаты на табло официальные. Уважаемые болельщики и спортсмены, просьба освободить бортик бассейна для работы судьи. Начинаются заплывы. На дистанции 100 метров брас мальчики 2006 года рождения. Рекорд соревнований 1:18.55 принадлежит Илье Шилкину, установленный в 2014 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв.
Пощадите меня! Это что же такое повторяю? Какое непитание? Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Илья Кудло дисквалифицирован. Финишное касание одной рукой. Остальные результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв.
Результаты на табло официальные. На старте 6-й заплыв. Дисквалифицирован. На протяжении всей дистанции альтернативная работа ног брасу. Остальные результаты на табло официальные. На старте 7-й заплыв. Yeah.
Результаты на табло официальные. На старте 8-й заплыв. Дальше жесткий рок. С матами. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров на спине девочки 2004 года рождения. Рекорд соревнования 1:06.82 принадлежит Диане Смольниковой, установленной в 2016 году. На старте первый заплыв.
Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров на спине мальчики 2004 года рождения. Рекорд соревнования 1:03.97 принадлежит Никите Паукову, установленный в 2014 году. На старте первый заплыв. Восьмая дорожка из воды вывезли.
Результаты. На табло официальные. Артем Воробьев установил новый рекорд соревнований. 1:03:31. На старте второй заплыв. Артем Максимов дисквалифицирован. Финишное касание на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Thank you.
Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Thank you.
поворот. Глеб Дунаев дисквалифицирован на отрезке 50 метров отсутствие касания бортика бассейна. Павел Плютин дисквалифицирован на отрезке 50 метров перед поворотом более одного разрешенного грибка руками на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте шестой заплыв. Результаты на табло официальные. На старте седьмой заплыв. Вас не расслабляет.
Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров на спине. Девочки 2005 года рождения. Рекорд соревнования 1.07.64 принадлежит Диане Смольниковой. Установлены в 2015 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Thank you.
Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. Начинаются заплывы на дистанции 100 метров на спине мальчики 2005 года рождения. Рекорд соревнований 1.08.18 принадлежит Ивану Ягунову, установленный в 2016 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте второй заплыв.
Александр Крыхалев дисквалифицирован. Финишное касание на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Thank you.
Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте шестой заплыв. Результаты на табло официальные.
Начинаются заплывы на дистанции 100 метров на спине девочки 2006 года рождения. Рекорд соревнований 1:12.54 принадлежит Марианне Бобровой, установленной в 2013 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. Виктория Мостовая установила новый рекорд соревнований 1:12.11. На старте второй заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв.
Кристина Каурова дисквалифицирована на отрезке 50 метров перед поворотом более одного разрешенного гребка руками на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Результаты на табло официальные.
Начинаются заплывы. На дистанции 100 метров на спине мальчики 2006 года рождения. Рекорд соревнования 1:11.84 принадлежит Ивану Игунову, установленный в 2015 году. На старте первый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте третий заплыв. Давай!
Владислав Кулинич дисквалифицирован на отрезке 50 метров перед поворотом более одного разрешенного грибка руками на груди. Остальные результаты на табло официальные. На старте четвертый заплыв. Результаты на табло официальные. На старте пятый заплыв. Участника заплыва Данила Дронова сегодня день рождения. Мы поздравляем его, желаем крепкого здоровья и быстрых секунд на голубых дорожках бассейна. Результаты на табло официальные. На старте шестой заплыв.
4, под 2-4, это всем известно в целом мире. Баты 2-4, баты 2-4, 1-3, 1-5, это надо знать. Баты 2-4, баты 2-4, 1-6, 1-7, это ясно всем. Результаты на табло официальные. На старте седьмой заплыв. На награждение приглашаются мальчики 2007 года рождения. Данил Мухаммедшин, Сергей Пешков, Степан Гапонченко, тренер Прохоренко Максим Викторович. Результаты на табло официальные. Так, разрешите, отойдитесь. Видите, какой он качок? Это у вас было, не у нас. Thank you.
Внимание, награждение. Первый тренер трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Евгения Садового и олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Ларисы Ильченко, заслуженный тренер России Александр Владимирович Иванов. И почетный гражданин Волгоградской области, трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Садовый. В многоборье среди мальчиков 2007 года рождения за третье место награждается Степан Гапоченко с результатом 41 очко в Ставропольский край. За второе место награждается Сергей Пешков. С результатом 43 очка. Волгоградская область. Сказали за рекорд. Ничего не дали? Сказали за рекорд. За первое место награждается Данил Мухаммедшин с результатом 56 очков. Волгоградская область. Молодец. Все, подними голову, не опускай. Да, смотри. За рекорд соревнований в своем возрасте на дистанции 50 метров на спине с результатом 35-70 награждается Степан Гапоченко, Ставропольский край. Помаши! Да, помаши! Как? За абсолютно лучший результат среди мальчиков 2007 года рождения с результатом 317 очков награждается Данил Мухаммедшин и тренер Прохоренко Максим Викторович, Волгоградская область. Да, он. По плаванию на призы трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова завершен. Завтра начало разминки в 9:30, начало соревнований 10:30.